Совсем скоро в этих стенах пройдут первые соревнования, а для жителей Куйбышевского района, неравнодушных к спорту, начнется новая жизнь. Они смогут плавать в бассейне и заниматься здесь на тренажерах. Главный элемент здания – чаша с шестью плавательными дорожками. В здании предусмотрены также тренажерные и хореографические залы. Строительство велось под пристальным контролем городской администрации и лично главы города Елены Лапушкиной. Сегодня она также приехала на объект. Подрядчик рассказывает, ведутся пусконаладочные работы и завершается благоустройство прилегающей территории. Сделана парковка, засеян газон, посажены кустарники. Те системы, которые смонтированы, их еще нужно с собой подружить с точки зрения аппаратной работы. Здание сложное инженерно, поэтому вот сейчас занимаемся тем, что запускаем все системы. Строительная часть закончена, сейчас ведутся клининговые работы, пусконаладочные работы. Вот, ждем гостей с инспекции, чтобы показать, как все получилось. На финальной стадии строительства детского сада, который возводят у дома номер 120 по улице Старой Загора. Он рассчитан на 240 мест, из них 80 – ясельных. Работы ведутся по нацпроекту «Демография». Отделка внутри здания завершена, мебель расставлена. Параллельно на примыкающей территории ведутся работы по подключению теплотрассы. Находится практически в завершающей стадии строительства. Завершается строительство сетей теплотрассы. В основном готовность самого корпуса, отделки и расстановка мебели завершены. Все технологическое оборудование расставлено, ждет своего очереда на пусконаладочные работы. Детский сад, сам детский сад полностью готов. Все отделочные работы, коммутационные работы по оборудованию, все закончено. То есть внутри детского сада и снаружи детского сада все мероприятия строительные завершены. Там, где это возможно, ведется благоустройство территории. Устанавливают игровые площадки, высаживают деревья и кустарники. После того, как подключение теплотрассы будет согласовано с ресурсоснабжающей организацией, благоустроят и эту территорию. На ней разместят еще три прогулочные зоны с беседками, высадят деревья и кустарники. Виктория Шарая, Константин Головин. События.